Расскажи, какие плюсы купить свой трак в США? Куча плюсов, когда ты покупаешь свой трак. Особенно, когда ты покупаешь у компании, берешь под выкуп. Смотри, ты не задействуешь свою кредитную историю, потом ты становишься овнер-оператором, ты сам планируешь свой маршрут, можешь вот так вот диспетчеру говорить: так, я туда не поеду, или там, меньше чем 2,5 доллара меня грузить не надо, я буду стоять. Это как бы твой выбор, потому что ты становишься хозяином этой техники. Плюс следующий: ты когда хочешь, можешь ехать домой, у тебя есть выбор. Ты можешь работать 5-2, 5 дней работаешь, 2 дня спокойно говоришь: я еду домой. Тебя не колышет, что тебе скажет хозяин, потому что ты сам решаешь, что делать на технике. Потому что эта техника уже почти твоя. Ты дал 5-10 тысяч задаток, и 150 тысяч ты еще должен. Поэтому ты уже почти хозяин, ты почти выкупил. Ты можешь указывать хозяину компании, что делать и что ты будешь делать. Где ты будешь спать, где ты будешь ехать, что ты будешь кушать. Плюс ты можешь указывать диспетчеру, вот так вот подходить, говорить: так, диспетчер, где доплата за то, что я стоял лишние полчаса? Быстренько мне заплатили. И поверит, тебе уже будут платить не как водителю там 25 долларов в час за лишний час простоя, когда ты уже 10 часов простоял. Ты смело можешь сказать: $50, $50, а разница $25 это огромные деньги. На них ты можешь купить булочку в Макдональдсе.